Привет, друзья! Сегодня эко-новости. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Начнем. Компанию IKEA уличили в покупке древесины самой большой незаконной вырубки леса в истории России. Проходила эта вырубка под видом санитарных зачисток. В общей сложности вдоль реки Ангара и Братского водохранилища было вырублено более 2 миллионов кубометров древесины. Это 21 тысяча футбольных полей. Согласно исследованию Earthsight, за вырубкой стоит депутат ЗАГСОБа Иркутской области Евгений Бакуров, который входит в топ-50 богатейших госслужащих по версии Forbes. В нескольких районах Арабских Эмиратов, где обычно летом днем температура доходит до 50 градусов, прошли сильнейшие дожди. Это никак не связано с погодной аномалией, но с экспериментом. Технология создания дождя состояла из специальных экспериментов по засеву облаков. Объединенные Арабские Эмираты провели этот эксперимент совместно с британскими учеными из университета Рединга. В ЕС представили план по борьбе с изменением климата с более жесткими целями. План European Green Deal – это план по отказу от ископаемого топлива. Этот план включает новые национальные цели на ограничения по выбросу от зданий, а также более жесткие цели по расширению использования возобновляемых источников энергии. Цель – прийти к 40% энергии из возобновляемых источников уже к 2030 году. Также через 14 лет в Европе нельзя будет продавать бензиновые автомобили. Гренландия отказывается от бурения новых нефтяных скважин. Гренландия объявила о прекращении разведки новых месторождений нефти и газа, сославшись на климатические и другие воздействия на окружающую среду. Правительство Гренландии, автономной зависимой территории Дании, сочло этот шаг необходимым для перехода на возобновляемые источники энергии. В России и в США бушуют лесные пожары. Лесные пожары в Якутии привели к рекордному количеству выбросов CO2. За последние 6 недель пожары в регионе выбросили около 150 мегатонн углекислого газа, что близко к годовым выбросам Венесуэлы. В США пожары бушуют в 13 штатах. Огонь уже уничтожил 4800 километров квадратных леса. Около 20 тысяч пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию. Больше всего от пожаров пострадал Орегон. За ним следуют Калифорния, Айдахо и Аляска. Спасибо вам за просмотр. Ссылки на оригиналы новостей вы можете найти в описании. И там же вы найдете наш телеграм-канал. Подписывайтесь и следите за новостями ежедневно. Пока!